когда начинаешь совершенствоваться, то все меняется. Начинаешь чувствовать себя комфортно в любом месте и в любой ситуации. Я почувствовал легкость в своем теле, вот, движение энергии. Если ты добрый, то ты сливаешься со Вселенной. Я практически не устаю никогда. Я могу целый день быть в движении, что-то делать. Усталости к вечеру нет. Раньше я не знал, что человек может измениться физически, работая над собой, как бы внутренне. Человек меняет себя внутренне. Он становится честным, спокойным, терпеливым. Это та дверь, открыв которую, я могу ближе соприкоснуться с теми тайнами и законами, которые нас окружают. Мне особенно запомнилось приятное ощущение тепла, которое окутывало меня. Я чувствовала себя очень комфортно, а мой позвоночник становился ровнее, и я вечером сделала упражнение и становилась бодрой и наполненной энергией. Стала больше заботиться о других. Мне, например, стали на работе говорить люди, которые к нам приходят в офис, что я очень хороший, добрый человек. Ситуация, когда люди находятся в квартирах и в четырех стенах ощущение давящее. Я для себя нашел быстрое решение. Когда я выполняю упражнения, то я быстро прихожу в состояние тонуса, как будто я прогулялся по лесу. Практика Falun Dafa помогает мне строить гармоничные отношения с мужем, в семье. Мы не устаем друг от друга, даже когда находимся целыми днями дома вместе. Теперь мне никогда не бывает скучно, потому что этот огромный внутренний мир, всегда есть чем пополнять, всегда есть куда его расширять, всегда его можно сделать чище, светлее и стремиться к тому, чтобы он давал больше света этой Вселенной.